Всем привет! Сегодня 18 января 2016 года. Вот. Немножко хотел поговорить о новостях своих, что у меня произошло за этот период времени. В общем, с работы я это уволился. Ну, не устраивает у меня заработная плата. Короче, рабочий день там очень длинный, получается по 14 часов, а оплата очень низкая. Если взять то, что я зарабатываю в Москве, то оплата здесь получается в 3 раза меньше, чем в Москве. Так что как бы нет резона там работать. Ну, поэтому я и уволился. 3 дня поработал и уволился. Вот. Так что придется возвращаться в Москву на старое место работы. Вот здесь пока в своем городе ничего подходящего не нашел, ничего нормального пока нет. Если есть какая-то работа, то такая низкооплачиваемая. Вот. Что еще рассказать? За окном у нас снег идет, вообще очень сильный. Дороги занесло, все в снеге. Так что еще какие новости? Ну, как бы таких еще больше новостей нет. Я говорю только то, что вот уволился с этой работы, где хотел научиться на повара-сушиста. Ну, там низкая очень оплата. И вот, придется опять возвращаться в Москву. А сегодня, кстати, 18 число. Сегодня с 18 на 19 крещение. Сегодня люди будут купаться в проруби. Вот, на крещение всегда же купаются в проруби. Ну, я ни разу не купался и, наверное, не буду, не знаю, по такому морозу купаться, это слишком холодно. Вот. Так что вот такие вот новости. Ну, я говорю, как бы новостей немного. Решил вот этого с вами новостью поделиться, что уволился с работы и теперь опять возвращаюсь в Москву. Ну, в Москву я поеду в конце января, но мне надо в начале февраля уже быть в Москве на работе. Вот. Уеду. Может, в следующий раз, когда приеду уже домой, еще попытаюсь что-нибудь найти. Ну, а так, я говорю, пока придется в Москве работать. Хочется мне или нет, но выбора нету. Вот. Так что, вот такие вот дела. Ну ладно, тогда всем счастливо, всем пока и до новых встреч. Увидимся.